Должно быть страшно! Я знаю, о чем можно рассказать. Женя, это крах, катастрофа, финал, финиш, смерть, кранты, каюк, крышка, капут, кирдык, аут, хана, амба, труба, вилы, абзац, кобздец, капец, писец, пипец, триндец. Чему все эти синонимы? Можно просто сказать пиздец! Без матов, пожалуйста. Нас смотрят дети. Блять, сука, да как, сука, да как так, сука?